10-метровых ударов. Так, передача в штрафную. Нет, вот с ноги. Или даже... в штрафную. Удар поворотом и еще удар, и гол! Говорили практически. Молчали они долгое время. Сорокин перехватывает мяч, смотрит, кому бы отдать. Салхидинов подает, очень хорошо подает, и можно пробить уже наконец, прострел. Слушайте, никак мяч не достигнет тут голкипера Игоря Лещука, так что ему здесь не будет так уж прохладно и так уж дождливо, потому что рядом болельщики, которые обязательно согреют. Итак, Динамо играет в три центральных защитника сейчас. Вот сейчас очень хорошо это заметно. Паршевлюк играет правого центрального. Евгеньев играет центрального игрока в баскетбол. Его отец играл за местную команду баскетбольную. Ну вот Тимакому 18 лет. Удар какой поворотом. И опять не удается попасть в створ. Это бил. Thank you.
Let's go!